В зале Дома культуры «Дружба» представители одной из самых мирных профессий. Те, кто возводит дома, прокладывает улицы и дороги, украшает и благоустраивает город – строители. В канун профессионального праздника ветераны и сотрудники строительных организаций Заречного принимали поздравления. Строитель – это одна из самых гуманных и самых нужных профессий. Тысячи семей Заречного признательны вам за то, что они живут в уютном жилье. Вы построили очень много промышленных объектов, объектов социальной сферы, спорта, образования, культуры. Построено очень много объектов инфраструктуры, дороги. Это все благодаря вам. История строительной отрасли Заречного началась в октябре 1954 года, когда приказом Министерства внутренних дел СССР было создано Управление строительства номер 592. В декабре 1966 года оно было реорганизовано в Пензенское управление строительства. Ветераны ПУС построили корпуса и площадки производственного объединения «Старт», объекты городской инфраструктуры, жилые дома, школы, детские сады, учреждения культуры, спортсооружения. Их преемники продолжают украшать и благоустраивать растущий Заречный. По городу, понятно, приятно ехать и на машине, и пешком ходить везде, красиво, зелено, ровно. Ну, приятно смотреть. Строим мы много, вопросов нет. Мы жилье, в этом году планируется 40 тысяч, ну и дальше начинаем дома строить. Наиболее отличившимся сотрудникам строительных организаций города вручили почетные грамоты, благодарственные письма и благодарности главы Заречного и председателя собрания представителей. Подарком к профессиональному празднику стали выступления творческих коллективов. Пройду по абрикосам, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».